Сегодня у нас снова есть возможность разобрать комментарии. Кстати, сразу же хотел вам показать такую штуку. Сейчас у нас в комментариях есть ссылка, быстрая ссылка для связи с нами. Вы нажимаете на нее и переходите вот на такую страничку. Дальше выбираете удобный для вас способ связи с нами. Нажимаете, допустим, открыть www.migrant-lawyer.com, нажимаете, оказываетесь на сайте. Зелененькая WhatsApp. Фиолетовая – Viber. Синенькая – это наша группа в Facebook. У нас уже больше 8 тысяч человек. Спасибо тем, кто к нам стучится и подписывается. Группа ВКонтакте, YouTube-канал, ну и так далее. Визы – это наш сайт, убежище, ну и так далее. Так, мы сегодня посмотрим, что у нас там скопилось по комментариям. Так, первый комментарий. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сколько денег нужно, чтобы эмигрировать? Куда эмигрировать, зачем эмигрировать, как вы хотите эмигрировать, непонятно. У нас есть три варианта эмиграции. Первый вариант – это визовая эмиграция, вы получаете визу. Визу можно получить неиммиграционную, въехать в США, поменять статус через 90 дней, также на неиммиграционную, которая вам позволит остаться в США, например, это виза F1. Вы можете спокойно по ней жить, там год-два и так далее, продлять, получить social, получить разрешение на работу и так далее. Вот второй вариант – это особые условия въезда, это программа убежища. Вы подаете на убежище либо на острова Гуам, Сайпан, если вы имеете российский паспорт, либо через Мексику, либо через поправку Лаутенберга, если вы имеете отношение к американской, вообще к любой церкви евангелистов, не только американской, любая церковь, и у вас есть прямые родственники в США. Да, сейчас процедура поменялась, но тем не менее подать на поправку Лотенберга можно, ее продлили. Вот, или подать на убежище и получить статус пароля также здесь, например, в России, либо там в любой другой стране СНГ. Мы также это делаем, также формируется кейс. Вы идете в эту организацию, и мы вам помогаем полностью это все. Вот, в первом случае по Лотенбергу занимает 6 месяцев, во втором случае можно прождать год, даже полтора. Вот. И третий вариант – это оформить себе рабочую визу. Рабочая виза – это серьезный процесс. Нужно знать английский язык. Если у вас английского языка нет, посмотрите наше видео. У нас сейчас Алексей в Бишкеке, если вы из Кыргызстана, делает обзоры по школам. Выберите себе школу и учите английский язык. Так, удачи на новом месте. Понятно. Так, сканер, за звездочки спасибо, не знал. Я тут рассказывал в одном из видео о том, что такое звездочки под визой и что они вообще означают. Можете посмотреть, это есть. Так, дальше. Что вы можете предложить? Кстати, у нас есть видео по поводу нашего нового партнера. Его зовут Вадим, он организатор крупных, очень крупных проектов в своем городе. Это лидер движения молодежных организаций, бизнес-молодости, бизнес-инкубаторов и так далее. То есть Вадим сейчас у нас стал нашим партнером, прошел двухдневное обучение в Москве. Это есть на нашем канале, можете посмотреть, как мы проводим эти курсы. Фактически это с утра и до вечера, два дня. Вообще у нас есть два варианта взаимодействия с нашей компанией. Можете связаться с Екатериной, она вам подскажет. Так, дальше. Это мы проходим. На Гуам можно попасть? Да, можно, если у вас есть российский паспорт. Так, кто-то тут даже уже видел Алексея, рад вас видеть. Однажды я с вами встречался. Так, я хочу подать на визу в Москве. Нет, подача на визы в Москве сейчас не актуальна. Мы подаем в другой стране, где вы сможете спокойно на русском языке объяснить, для чего вы подаете и что вы хотите. То есть в Москве сейчас на визу не подают, если мы говорим про туристическую. Так, поздравляем с открытием офиса. Это Кубаныч Бек поздравляет. Спасибо, Кубаныч Бек. Да, мы открыли офис в Бишкеке. Алексей сейчас в Бишкеке. Вот. И планируем оставить там нашего человека, чтобы он представлял интересы нашей компании. Так, завтра будем проходить собеседование. Маковели 2, удачи вам в собеседовании. Так, очень много людей, кстати. Я не ожидал, что так много людей ждут нас в Кыргызстане. И просто у Алексея там разрывается местный номер. Кстати, у него есть местный телефон. Я не могу сказать этот телефон. Вы просто можете написать ему в WhatsApp, если он посчитает, что
он готов с вами встретиться, он с вами встретится, и вы сможете с ним пообщаться. Так, переходим дальше на ссылке. Так, почему вы не работаете с Казахстаном? Ну как не работаем? Зайдите у нас, World Travel пишет. Как не работаем? Зайдите у нас на YouTube, есть даже Дмитрий, он из Казахстана. Я с ним делал ролик в аэропорту Канкуна. Кстати, причем он уже на свободе в США и вышел через месяц. Как раз и был тот человек, который просто побил все рекорды выхода из иммиграционного лагеря. Хотя вот тролли говорят, что там много людей из Атланты сидят в иммиграционном лагере, не знают, что им делать, но это бред на самом деле. Это бред. Вообще у нас там всего находится 5 человек, и они сидят там только исключительно из-за того, что либо провалили интервью, либо поручитель, который должен был помогать, откровенно говоря, забыл про своего товарища. Такое очень часто бывает. Здравствуйте, можно в Мексику без визы? Нет, в Мексику без визы можно только гражданам Украины и гражданам России. Если вы один из представителей той или иной страны, то тогда можно. Правда, что Франция считает Россию демократическим либеральным государством, почти нереально получить беженство русским. Вот как раз по этому поводу у нас есть теперь в компании Татьяна, которая владеет французским языком, которая жила во Франции, которая имеет даже резидент-карт этой страны. Можете взять консультацию Татьяны, она вам очень все хорошо расскажет. Это обращение к Антошке, который написал 3 дня назад. Так. Очень часто просят людей, которые находятся в США и воспользовались нашей помощью, чтобы они там вышли, показали видео, где они живут и так далее. Но это очень сложно. Вот у нас сейчас Валерий, он фактически взял плейлист, он занимается видео. Он, кстати, уже в Нью-Йорке. Он прислал нам за последние 3 дня 4 ролика. Кстати, если, допустим, вы хотите взаимодействовать с нашим порталом, мы готовы оплачивать за каждый ролик. И поверьте мне, мы платим очень хорошие деньги за взаимодействие с нами и за съемки со стороны США. Вот. Так что, если есть желание, можете спокойно в этом деле повзаимодействовать и даже заработать. Скажите, пожалуйста, Кубанычбек спрашивает, ПМЖ это что? Постоянное место жительства. Вы получаете его после ВНЖ. Сначала вы получаете ВНЖ, потом ПМЖ. Это если мы говорим о Евросоюзе. Уже работает. Так, это непонятно. Уже работают перемещением, по работе не мешает. Это вопрос, кстати, к Валерию. Валерий, если смотрите наше видео, вот вам тут пишут. Кстати, советую, Валерий, заходите в комментарии, смотрите, что народ пишет, потому что вам материалы нужны для новых роликов. И вы, кстати, ребята, можете спокойно задавать вопросы Валерию, он будет вам отвечать прямо в режиме готовых видеороликов. На все вопросы ответит абсолютно. Человек очень компетентный, и мы рады, что он теперь нам помогает с нами. Так. Еще момент, ребята. С сентября месяца мы возвращаемся обратно на Кузнецкий мост. Это тот офис, в котором мы были 2 года назад. И у нас там даже проводили семинары. Мы делали тренировочные упражнения. Тогда у нас была очень плотно сформирована группа по визам. У нас было очень много людей из Кыргызстана. У нас там по 15-20 человек формировали группы. Месячная подготовка. Все это проходило в офисе как раз на Кузнецком мосту, и мы туда возвращаемся. Вот, так что в ближайшее время, это буквально 2 минуты пешочком от метро Кузнецкий мост. Это очень, ну, на мой взгляд, одно из лучших мест Москвы. Так, ребята, так, сейчас посмотрим, что тут еще есть. Часто спрашивают по поводу гарантированного въезда в Мексику. Мы проработали эту ситуацию. Да, это можно делать. Вот, это все в личной консультации. Предстоит немножко попотеть, чтобы это сделать, но тем не менее это сделать можно. Вот, и я вам в личной консультации смогу рассказать это. Так, кто сейчас в настоящий момент из других ресурсов попал на Вадима, который у нас отвечает за наше представительство в Самаре, вы могли на него спокойно попасть, либо на его помощников. Ребята, это наши люди, это наше официальное представительство. Мало того, Вадим мой друг. И можете спокойно также с ним общаться. Да, на какие-то вопросы он не знает ответы, но мы будем делать такие трехсторонние консультации. Буду я, будет Вадим, там, допустим, в скайпе, и будете вы, и вы сможете так трехсторонне общаться. Вот, ну, в принципе, на сегодня, так, на сегодня у нас с консультацией все. Пишите свои комментарии, будем здесь вам все отвечать. Также можете задавать вопросы Екатерине,
Валерию, мне. Вот, ну, собственно, все. Итак, ребята, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции. Всем всего доброго. Пока.